Тихо. Да что у нас собаки поют? Кого это мало чей-то был? А, простите тогда. Я подумал, реально какая-то собачка там. Ну вот. Поднять кто-нибудь сможет? Ну, мой. Беги, ход, нечего бежать. Танки поставьте плюс в чат, а? Первая партия, посмотри, у кого ХП больше, блядь. Блядь, как я посмотрю, я ебу вас выпускать, блядь, одни нахуй красные, блядь. Нормально разговаривай с людьми. Я отвечаю тоже нормально. Поставьте танки плюс. Как ты хижи, танков не видишь. Поставьте танки плюс, я вам разобью. Ваня, я сейчас услышал, о чем тебе. Что ты думаешь? Ты достаточно у тебя интеллекта, чтобы навести на группу и посмотреть, если ты больше ХП? Пацаны, вы что, обдолбаны или... Так, не-не, все, давай, до свидания. Заблокировать аккаунт по IP. Кикнуть из... А кто это был? Далее, кика его с рейда. Надеюсь, это был не я. О, блядь, ёбана в рот. Боже, кто-то так смеется. Прыщ, что такое? Че я упустил? Ты же его принял. Мы еще на жопу проспорили, бля. Там вон, возьми лучше клайма. А че вы кикнули? Что случилось? Да не, ничего. Хороший чё. Он так разговаривает, короче, как будто мы все здесь на зоне. И он старший. Ну все обдолбанные просто, что ли? Да, короче. Блин. Not Bravely. Бервели, чё ты не зашёл в 12 часов? Чё ты офнулся? Возьми клайм. No. Капар Сивин, тебе повезло, что ты сегодня в 25 обычку не пришел. Ни в РС-ку, ни в СВП. А что такое? Вообще ничего не упало на кастеру. Нет, Алик упал и все. А так вообще ни колец, ни посоха, ни хрена. Так, дайте шкафчик под боссом. Да, понятно. Сличаем. Давай, а кто голы? Кулаки, просвещенные каски, я кресты, блядь. Давайте. Танки плюсаните в чат. Быстро, блядь. Тыкните эту сумму. Да, не знаю, но вы, наверное, редко с такими сталкиваетесь, а я... Слушайте, у меня нечего пить есть, дайте столик, пожалуйста. Да, пиздец. Что, бедный какой. Дал лапу, что там нет, уйди. Надо написать, попросить Войда, чтобы он записал гайд, как определить танка в рейде. Все, давайте, все тут, там ДК какой-то, пуляй. Там престы, может, идти на манул спить. А где паладин тот, который с нами был в 25 обычке? Пропал. Ну, когда? Нет, да, он когда сегодня с вами был. Он просто... Я его в гильдии не вижу онлайн. Вот, да я спросил. Что... А. Дайте лапу присты и пристабав. Лапу присты. Лапу присты и пристабав, нормально. У этого вора тоже КД была. А Виталий, у тебя нету КД, чтобы она протопала? Это же вроде одна РС была. Есть. Я сегодня повешу. Да, мы сегодня ходили в РС, шампан собирали. Так тогда вара мне что? КД у меня на варе. На варе откуда? Да я не помню уже. Да признайся, что у нас кубик есть какой-то.
Так он же не так давно в нашей гильдии, поэтому... Вот, бери Чарама в рейд, Сержик. Он даже пати перед... Ты кинете возьми. Дайте кожу, дайте кожу. Спасибо. Так, ну давайте, кто там, Майер? Основу, псих, первую копию и протопал, посвященный второй копии. Все, давайте, все готово, это надо дать им на ману, пока танки можете пулять. Чего вы не дали мне покушать? Я ж просил маги. Перед мордой, не стойте, не сдохните. Дай пирожок. Спасибо. Там, ты что, хилом будешь? Нихуя себе, в текстуру улетел. Ёбаный. Я хилом? Ты каким ты вообще? Я ретрик. Это был ДЦ, кстати, лагерь. Зря, наверное, кикнул его, да? Да. Потому что надо хила искать. Да, что, не помню его время. Ну, я его вчера взял в гильдии. Че он сказал такое? Че вы прыгали? Ты не слышал? Я ж отходил. Хильте Макгрегора, Макгрегора, хильте. Он убежал в Китай. Перед мордой не стойте. Танки на 34 прожметесь, а хорошо прожметесь. Псих, отходи, когда вихрь кастуется, там можно отходить. Он, блядь, вырос на 3 километра. А тут ходи. Все, танки, прожимайтесь, сейчас будет третья копия. Двое сильнее страдания. Хильте психа. Все, добивайте. Хильте просвещенного, хилов, хильте эти танков, хорошо, хильте. Нормально сейчас все будет. Хильте, хильте Мариада. Блять. Лови, лови там какой-то, лови. Да вы их уводите, я понять не могу. Лови там какой-то, или паладин, или ДК. Так, дайте БР по Макгрегору быстрее. По Макгрегору хилы, че-то, пристыги на ХП давайте. Дайте, на ХП пойти. Чил, красавчик. Бабу кончился. О, смотри, он завис. Спасибо. Повезло. Резать, павших пристыг. Дайте труп этого. Здесь произошли страшные события. Шоп, а где труп босс? Чтоб пир на трупе разложить. Ну да. Мне шкура его. Считалось неприступным. Но до сих пор оно не подвергалось такому штурму. Паренька, а только давай сразу не пуляй, только по готовности. Подождите, сейчас и квест возьму. Сейчас там танки прибегут и будем пулять. Можно я квест возьму? Актив. Там внутри дерева разгрелся. Да ничего, Олег ливнул. Нас убивали с расчетливой жестокостью. Но основной целью врага была кладка яиц. Это, а чё ретрики святую клятву? Так, давайте все тут, танки начинайте. Да, жмут, потому что мана заканчивается. Давай, Марайер, начинай. Дайте там каску по ДК. Или каска, а не есть каска. Квест «Сумеречный разрушитель» называется, погуглите цепочку сами. Я не помню, где он берется. Здесь он берется. Не, там, по-моему, цепочка какая-то есть для него, нет? Да, правильно, она в драконьем погосте башни. Да. Паладин, забирай, там обо в центре. Там один там, походу, забери. Да, я спекнулся в ретрику. А, ты как там, офиг, забирай. Извини, я что-то, блядь, с нихуя не прочитал. Забирайте, сейчас положите. Шаман, ты встанешь? И он уже вставал. Сейчас с левой стороны напулите на психолайзе на ДК. Хильте Морелла, что его пробивает сильно так. Потому что я один хилю. А пока я не работаю на драконов? Нет.
Да тут. На пульте левый трэш. Что-то вы херню какую-то сделали, чтобы ДДшников поспекать для того, чтобы кнопочки пожать и похвастаться своим ДПСом. А все, я его не захилил. Хоть бы сам себя подхиливал, что ли, Анар, блядь. Тяжело так хилить, когда ты сам себя не хилишь. Что, нас... нет, гарглотов все умирают, да? Так у нас шаман отвалился, и я соло был. Понятно. Это надо было фулходки и покровом. Да, вот ты глянь, как его прошибал. Такой умный. Затанкнул. Паладины, дайте вам, пожалуйста, поваром. Спасибо за инту, но желательно кулак и каску. А мне инту не дали. Чё-то так. Оставьте поесть. Друид, бафните лапу. Дайте вообще все бафы по шаману. Ну чё, мне свет хилит, да, Войд? А чё, я сразу? Не знаю. Так, чё, там по тактике разобрались? Нет, РБ поставь мне. Чтоб ты сказал, нам рассказал так. Ну давай, Марайр заходишь, ну тащишь первый, заходишь в тьму. Протопал в свету будешь тащить на него на пулы, когда выйдем. А, слышал? Протопал, давай спекайся. Да ёбаный в рот. Так, или кто там по хилам? Я в свету, да, Горгат. Ты один захилишь? Да-да, чё там, там ничего хилить. Тогда Горгат в свету. Помогайте с диспелом, хорошо? Хорошо, помогайте. Я по диспелю. Горгат в свету, остальные все во тьме. Первая, вторая во тьме, третья, четвертая свет. Так, давайте, свету, чек на пул. Третий, четвертый свет, Ваня, да? Да, третий, четвертый свет. Окей. Че там, Орега, иди на позицию. Загзаг, короче, что там не хватает? Загзаг? Да, извините, блин. Ну, короче, все хватает, ДК начинай. Кто улетел, молодец. Это Трися, походу. Он сам это прожал, как его, шпорами фриловые. Отойдите от Халёна, близко не стоит, сейчас будет метеорит падать, готовьтесь. Я нет, могу, кстати, опуливать. Поднять. Ну, потом. Бежим. Потом смотрим, в лужу сейчас будет мелкий трэш выходить. Харзу умер. Давайте, нам повезло, мелкого трэша нету, что-то я большой тоже не вышел. Харзол был, короче, взлетел до небес и умер. Тема, кстати. Сейчас встал. Кто ж так диспелит, ёб... Не надо так диспелить. Там, блядь, я даже добежать не успел. Друид, ресай Аргота быстрее, Аргота ресай. Какой-то. У нас там друиды есть вообще? Я, у меня КД. Так, Блю, оставайся в свету, короче. Заходи, ДК заходи, Рид заходит. Блю, оставайся. Давайте, два хила хилите. Еще один хил хилишь, нормально все будет. Я подисперю. Я соло опять хилил? Да. Задолбали. Хаба выноси. Че ты так далеко отошел, просвещенный? Там, блю, не надо больше вообще диспелить. Плохо диспелишь. Портал хочет зайти. Хаба выноси. Два шага вправо сделай. Еще. Теперь вперед. Еще вправо.
52, готовьтесь. Вот, Свет, готовьтесь. Давайте выходим, Свет. Барвали, выноси. Пульти на протопала. Так. Давайте в расцвету, кто-то Барвали или кто там. На пол дайте на протопала. Смотрим, метеорит сейчас будет. Бежим. Смотри, шаман, ты один хилишь, там только этого хилить надо, ДК. Что-то протопало. Протопало. Диспелли там во тьме сами. Диспелли. Аут, выноси. Свет, не бьем. Свет, не бьем. Стоим, курим. Закурил. Свет не бейте, стоим курим. Смотрим, метеорит сейчас будет. Бежим, блю выноси, ДК протопал прожмися. Только под морду не зайди. Стой там, хилься уже там, не перебегай к нам, хиль ДК. Играем в свету. Не, надо инер. Дайте руки, дайте... Так, а что там у тебя есть? Продолжение дайте паладина. Дайте руки на Хатая. Халк, выноси. Да все, стоим, добиваем, короче, никуда не перебегаем, так, бейте. Тупо унижен, блядь. Хильте протопал, сейчас умрет. Прибегайте, это умрет. Фу, блядь. Это эти павших. Шо, Шан, хотя бы попотел немножко. Рольте на мой инспект. Пиздец, говно, лук ебаный. На успех чешку нахила. Зачем я вообще в РС ушел, если от меня толку не было? Меня убили и все. То есть то в целка пришлось попотеть, то тут пришлось попотеть. Чешка на танка на мой инспект, надо кому-то. Кольцо на хила на мейн. Ладно, ребят, всем пока. Давай на уф. Ну давай на уф. Слушайте. Захейте за это. Вот с Геры вот то кольцо. А с обычки. Меня же еще так паскудно откинуло. Перед морду и ближе к огню. Я пока бежал, под дыхание попал. Ай-яй-яй. А кто первый метку заспорил? Можно посмотреть как-то? Там шаман заспорил, который не умер. Ты хочешь сказать, что это я заспорила? Я не заспорила. Ну, не знаю, это было. Четыре шамана. Непонятно. Один шаман только и все. Написано варенька. Нет, так я там все метки диспелил, святую во тьме там. Ну ты шамана диспелил, который не умер. Там вряд ли. Херо знает. Нет, там паладин выносил. А первую метку не диспелила, я диспелила все, что было в свято. Ну не знаю, может собака диспелила. Может собака, кстати. Собака не диспелила, у меня чурин бав, бля. Я здесь понял. У меня подло убили моего шамана. Может, ну нахер этот хрен 25? Топ 5 только за глупый. Давайте еще одну. Что-то он сморкил, где ты там? Пятый рейд подряд я не выдержу уже идти. Что-то давайте там, обычку да, чистим, да. Пойдем, все, нахер ты. Сморкил, ты тут? Нет, еще не давал, заходи. Не, так давай этому бару, я не писал на кого кидать. А чё, Олег, уж?